Привет, Санёк. А чё шепчешься? Тайна. 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 Я просто в прошлый раз подслушал, что Лена Кямкина из муниципального библиотеки Екатеринбурга, да, она хочет, чтобы мы научились новой игре, которую дома можно играть с друзьями. Ну, Лена вообще прикольная. Ну, прикольная, конечно. Что, зовём? Ну, да. Лена! Лена, привет! Здрасте, Лена! Привет! Доброе утречко! Что за игра? Что за черный мешок у нас какой-то, значит, тут? Да! Есть такая, появилась недавно традиция, называется StorySec. Из Европы к нам пришла. Стори – это история, сек – это мешок или сак. Вот, и получается мешок с историями я вам принесла и положила в него одну сказку. Так, одну она зашифрована. То есть в тех предметах. Да, в предметах. Я сейчас буду доставать эти предметы по очереди. А мы будем высказывать предположения. Да, и все об одной сказке речь. А, все об одной сказке, запомнил. Слушай, это вообще хорошая игра. Вот это первый предмет. Ух ты, цепи. Цепи, какие. Вот такая цепь бесконечная. Цепь. Может быть, вы можете рассуждать. Эта цепь может кого-то связывала. А может быть, золотая цепь, но она не очень золотая. Не золотая, а цепь на дубе том. Ну, на самом деле, недословно. Не, хорошо. Может быть, и на том. Может быть, это королевство кривых зеркал, где там гурды держали в подземелье. А еще просто. Вот еще замок, вторая подсказка. Замок. На замке цепь. Замок, цепь. Ну, держали в подземелье, да. Мне кажется, что это Проспера может быть. У Олеши, Три толстяка. Три толстяка? Капа, вот я тоже об этом думала. Так. Поэтому взяла для вас еще одну подсказку. Да. Но боюсь, что это будет прямо... Прям подсказка-подсказка? Ну-ка, прям давайте. Ну-ка. Да? Да. Давай, Лен. Ну что? Все. Погоди, да, я тоже посмотрю. Так. Это же... Конфетки, лимон. Лимон, это тут вишенки. Сестры вишенки. И последняя подсказка. Принц Лимон. Принц Лимон, графиня Вишни и... Чиполлино! Йоу! Ух ты, здорово! Действительно. Класс, класс. Вы молодцы, очень быстро справились. Я так понимаю, что сеньора помидора Лена съела. Да. За заслуги. За заслуги. Класс, спасибо. Слушай, это хорошо. Классная игра. Ведь на самом деле не просто собрать этот мешок. Надо догадаться, подобрать такие компоненты, которые не будут напрямую говорить о сказке. Можно же хитрить. Можно хитрить. Слушай, давай сыграем сегодня. Ты можешь в следующий раз, да. Ой, так, Лена, спасибо, мы сегодня мешок. Обязательно сыграем. У меня есть большой мешок. И я уже придумала, что я тебе загадаю, как вы сказку. Не отгадаешь ни в жизнь. Хорошо, ладно. Лен, мы благодарим тебя. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ребята, пока-пока. Играйте в игры. Пока-пока.